Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. 14 июля – непростой день. Если сделаете это, то потеряете свой достаток. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Наступающий период окажется довольно непростым. Однако, благодаря сочетанию 9 и 10 лунных суток, его энергии будут нейтральными, позволяющие вам избежать негативных ситуаций. Гнетущее напряжение предыдущего дня начинает отступать, благодаря чему справиться с негативными эмоциями становится все легче. Однако не допускайте вспыльчивости и необдуманных действий, сохраняйте осознанность и анализируйте происходящие события. Тогда вам удастся предугадать неприятные моменты и не допускать их, особенности этого дня. Большую часть дня Луна будет находиться в весах, помогая вам контролировать эмоции и способствуя достижению внутреннего равновесия. Однако энергии готовящегося вступить в свои права Скорпиона все же добавят этому времени темпераментности, вместе с тем усиливая вашу природную проницательность. Поэтому вероятность совершения ошибок значительно снизится. В этот период вы можете добиться грандиозных успехов, действуя продуманно и решительно, не позволяя переживаниям и событиям прошлого влиять на текущую ситуацию. До 13 часов 55 минут сохраняется власть 9 лунных суток, однако их энергия уже не столь опасна, как накануне. Более того, сегодня вы получаете возможность оценить происходящее с иной точки зрения, лучше понять намерения окружающих, избежать ошибочных действий и поймать свою удачу. Но, чем бы вы ни занимались, в этот период обязательно прислушайтесь к себе и своей интуиции. Не совершайте действия, которые могут навредить другим людям. Не допускайте гнева, обидчивости, не критикуйте чужие взгляды и поступки, даже если вам кажется, что собеседник поступает неправильно. Найдите в себе силы донести имеющуюся точку зрения мягко, не задевая ничьих чувств. С наступлением 10-х лунных суток сложная нестабильная энергетика начинает сменяться созидательной, поэтому самым правильным будет направить свои усилия в творческое русло. Вернитесь к любимым увлечениям, на которые уже давно не хватало времени. Проведите день с семьей, займитесь обустройством дома. И в эту пору вы все еще можете столкнуться с какими-либо неприятностями, но переживать по этому поводу не стоит, так как они окажутся мимолетными и очень быстро исчезнут, не оставив после себя следа. Луна советует. Воскресно-летний день изначально не располагает к усердной трудовой деятельности, а сочетание 9-10 лунных суток и вовсе делает это время неподходящим для ведения дел. Но если судьба распорядилась так, что вам приходится сегодня работать, подойдите к этому процессу со всей серьезностью, чтобы избежать ошибок, так как их исправление отнимет у вас множество сил и времени. Не начинайте ничего нового и сосредоточьтесь на задачах, начатых накануне. Так ваши действия окажутся более продуктивными. Общение с коллективом в первые полдня дня следует свести к минимуму, так как влияние 9-х лунных суток негативно отражается на общении. Старайтесь не попадаться на глаза руководителю. Даже неформальные встречи в этот период могут обернуться серьезными неприятностями. Не стоит заводить новые знакомства, так как они не приведут к желаемому вам результату. С осторожностью относитесь к любой финансовой активности. Если вам предстоят какие-либо траты, планируйте их на вечерние часы, более гармоничные и спокойные. Не совершайте спонтанных действий, избегайте авантюр, так как они не только не принесут вам прибыли, но и лишат имеющихся сбережений. Одалживать или занимать средства также не стоит, так как это негативно повлияет на ваши денежные потоки, и вы можете потерять свой достаток. В целом это неплохой день, чтобы заняться собой, но к выбору процедур следует отнестись максимально ответственно. Это хорошее время для очищения кожи, поэтому походы в баню или сауну принесут вам максимум пользы. Эффективны различные чистки, процедуры, направленные на омоложение и релаксацию. Исключите активные нагрузки, а если вам захочется посетить фитнес-клуб, отдайте предпочтение йоге упражнениям на растяжку или акваэробике. Взаимоотношения со второй половинкой сложатся не самым плохим образом, если вы сумеете избежать вспышек ревности, взаимных претензий, ссор. Однако первый план суток лучше провести в одиночестве, так как конфликт может начаться буквально на ровном месте. Вечер идеально подходит для романтического ужина или свидания в уютном местечке, скрытом от посторонних глаз. Если вы запланировали отдохнуть в это воскресенье, отдайте предпочтение спокойному и приятному для вас времяпровождению. Вторую половину дня проведите с близкими для вас людьми. Отличным решением станет поездка на природу, но избегайте места с большим скоплением людей. Массовые мероприятия сегодня посещать нежелательно, так как они не доставят вам желаемого удовольствия.
Магические ритуалы. День, особенно его первая половина, отличается сложными энергиями, которые достаточно трудно управлять, поэтому вас могут посещать мрачные мысли и дурные предчувствия. Справиться с ними помогут духовные практики, а также прогулки на свежем воздухе. Тем не менее, это хорошая пора для магических практик, но только если они не являются многодневными или излишне сложными. Денежная ванна. Сегодня вы получаете отличную возможность привлечь дополнительные денежные потоки с помощью несложного, но эффективного ритуала. Проводить его можно в любое время, но лучше всего делать это перед сном, чтобы получить хорошие результаты. Приготовьте отвар из денежных трав. Вы можете взять любые, исходя из своих предпочтений, но я рекомендую обязательно положить в смесь горсточку мяты, корицы, бергамота. Растения берите в равных долях. Приготовив отвар, наполните ванну комфортной теплой водой. Добавьте процеженную жидкость, 3 капли эфирного масла розы. И если захотите, немного пены. Когда все будет готово, трижды скажите: «Как вода чиста, так полны мои закрома. Деньги мощными потоками ко мне текут, ко мне в руки идут, никогда меня не оставляют, всегда везде сопровождают». После произнесения заговорных слов опуститесь в воду, расслабьтесь и представьте, как ваше тело наполняется силой, позволяющей достичь любых высот. Полежите не меньше 15 минут, наслаждаясь визуализацией своего успеха. Затем просто благодарите Вселенную за помощь, чтобы укрепить свое здоровье. Вечером наполните стакан чистой водой, поставьте на подоконник, освещаемый лунным светом. Встаньте так, чтобы видеть Луну. Если она скрыта за облаками, ничего страшного. Далее трижды скажите: «Месяц, батюшка, тебе поклон, а мне крепкое здоровье и здоровый сон, чтобы на все сил хватало, чтобы в жилах сила не пропадала, чтобы жизнь полна была, чтобы никакая хворь меня не била. Истина». После прочтения этих слов просто выпейте заговоренную воду. Чтобы сохранить красоту и приумножить, купите новое полотенце алого или оранжевого оттенка. Далее постирайте его слегка подсоленной воде, просушите, после чего возьмите в руки и скажите: «Луне и Венере вечно на небе сиять, небосклон украшать, а мне свой земной век красавицы быть, людей привлекать, красотой своей радовать». Говорим 3 раза, далее просто пользуйтесь этим полотенцем. По народным приметам в этот день отмечают бабий праздник. В этот день издавна отмечали бабий праздник и чтили память мучеников Космы и Дамиана Римских. Раки, рожденные 14 июля, обладают сильным характером и нежным чувствительным сердцем. Такое сочетание дает им все возможности для достижения успеха. Будучи тонко чувствующими, общительными людьми с прекрасными деловыми и управленческими задатками, они часто находят себя в сфере коммерции. В личных отношениях стремятся найти такого же активного союзника, способного поддержать их интерес на протяжении долгого времени. А их талисман – сердолик. В народе 14 июля праздновали бабий праздник. В этот день было принято проводить женские торжества и застолья. Предварительно собравшись вместе, женщины готовили кашу. Для второй каждая из них приносила один из ее ингредиентов. Кроме каши готовили фруктовые и овощные блюда. Мясо и рыба в этот праздник были запрещены. Наготовив угощение, женщины созывали за стол всю деревню. Согласно примете, мужчины на этот праздник являлись в белых рубашках с красными поясами и развлекали присутствующих там дам. Несмотря на праздничное настроение, откладывать работу было нельзя, ведь времени у славян было не так много, а дело оставалось не в проворот. В этот период я занималась покосом, огородными делами, сбором ягод. Кроме того, именно на Кузьму и Демьяна хозяйки варили малиновое варенье. Верили, что получается оно самым лучшим. Баночка сладкого лакомства, сваренного в этот день, хранили для особого случая или для подарка. Девушки, желающие избавиться от надоедливого ухажера, проводили ритуал. 14 июля собирали зверобой и делали из него веничек. Им обметали порог, входную дверь, при этом говорили слова: «Ты меня», здесь нужно проговорить имя парня, «не тревожь, другую себе ищи, к моему дому больше не ходи, не быть на месте, как жениху и невесте, истина». Потом зверобой кидали вокруг крыльца. А вот использовать крыжовник девушка могла наоборот, обратить на себя внимание того, кто ей нравился. А для этого она срывала веточку крыжовника с иголками и шла к любимому, если удавалось слегка уколоть его, то скоро парень тоже влюблялся в нее. Сны в этот день вещи исполняются быстро, но при условии, что человек сдержит все в тайне.
И перед сном, как обычно, один раз повторяем такие слова. Вселенную благодарю за то, что она мне дала прекрасный чудесный день, и я знаю, что впереди меня ожидает еще больше чудес. Вот говорим один раз, и вы посмотрите, что в вашей жизни будет все прекрасно.